Друзья, добрый день! Я Татьяна Минаева, хедхантер, который провел более 10 тысяч собеседований. Я видела сотни тысяч резюме, и я научу вас, как составлять сильное продающее резюме, после которого вас не смогут не пригласить на собеседование. Резюме – это реклама. Ваше резюме должно вас вдохновлять. Это не просто кусок текста, это не просто перечисление функций, это должен быть шедевр. Резюме должно вызывать эмоции и, самое главное, желание с вами работать. Вы даже не начинаете описывать свои функции, пока не написали свои достижения. 60% времени, которое вы тратите на составление резюме, должно быть посвящено именно им. Главная ошибка при составлении резюме – это просто описывать свои функции. А резюме должно кричать о том, что вы подходите, что вы сильный кандидат.